Всем привет, я готовлю вам супчик. Как я его готовлю? Я беру свинину, нарезаю ее кусочками. А вот такие кусочки у нас получаются. Потом также кладу в кастрюлю. Дальше я нарезаю картошку. Картошку. О, как хорошо ее нарезала. Такими ломтиками я нарезаю картошечку, картошечку, картошечку. И также кладу ее в кастрюлю. Дальше я нарезаю лук. Лук с морковкой я обжариваю в сковородочке. Дальше я кладу его в сковородочку, лучочек. И морковку нарезаю на вот такой вот терочке. На такой вот большой терочке, крупной. Вот такая у нас крошечка получается. Крошечка-морковочка. Крошечка-морковочка. Мы ее кладем в сковородочку. И также пережариваем с лучком до обжаристой корочки. Дальше я непосредственно варю мясо, свинину с картошкой. Дальше я добавляю гречку. Варю все до готовности. И в конце уже обжарку добавляю. 5 минут, супчик готов. Также по вкусу добавляю укроп или петрушку. Ну, также и укроп, и петрушку. Кому что нравится. А мне нравится и укроп, и петрушка. Всех целую, всех люблю. Пока-пока.